какие сегодня красавицы чивири. Ой, соцветием даже. Красивые. Это прям как роза. Вот тоже красивые. Листья вверх подняты. Это вообще какая-то розовая. О, какая красавица. О, какие сегодня красавицы, крупные. Эти розовые просто прелесть. О, какая она красивая. Красавица, 230 рублей. Шлюмбергерки, 153 рубля. Микс. Эти вот темные розовые. Вот яркие фукси. Этот немножко другого розового цвета. Еще такой. Нашла персиковую. В прошлый раз я ею любовалась. Вот это яркая. Нашла шлюпергерку персиковую. В прошлый раз ее рассматривала, думала, брать, не брать, брать, не брать. Но главное, внизу розовый, очень нежный, вверху желтый. С переходом от желтого к розовому. И внутри тычиночка или пестик, что-то там не вижу. Ярко-розовая. Интересно. Бутончики есть, но они, как правило, опадают дома при смене положения света, температуры. Малышка лезет. Цвет нежный, очень красивый. Акция 153 рубля. В основном все розовые. Есть ярко-розовые фукси. Есть красно-розовые. Вот такой. Все красивые. Все-таки купила я шлюмбергерку, вот эту вот красавицу, у которой малышка растет. И самое главное, две чиверики розовых. Прелесть. Я хотела розовые. Нередко бывают.
Я вот сколько смотрела, в основном у нас зеленые были. По 230 рублей парочку взяла. Вот такие красавицы у меня сегодня суккулентики. Три штучки. Купила песочек, пересаживать мне понравился. Фракции от 0,5 до 5 миллиметров. Но он крупный, видно. 20 рублей конфет. Один литр. Купила две штучки. Пересадить нужно. Вот такая у меня покупочка к суккулентикам. Ну и чивирики красавицы. Я такой мечтала. Кстати, китайцы их называют каменный лотос. Может быть и правда. Такие как каменные. Красавица. Вот это мне нравится. Там еще одна нравилась, но уж три было слишком. Решила ограничиться двумя. Иначе покупать будет скоро нечего. Все куплю. Ну, всем пока. С любовью из Новосибирска.